На этой ежевике еще полно ягод. А цветы на клумбу на свою я хочу отсюда вынести. А здесь все скопать. Здесь флоксы в основном. И вот здесь вот растопыренный флокс. Здесь. Ну, я тут все уже обрезала. Но я знаю, где что у меня сидит. Я прошу мужа, чтобы он мне выкопал все, а я перенесу. Но это опять, когда пойдут дожди. И тут остались у нас только вот два вида гелениума. Я его или оставлю здесь, а если будет местечко, может быть, и вынесу его отсюда. Потому что от дома ходить сюда, любоваться на цветы, что-то мне стрёмно. А мы здесь удобрим, вскопаем до дорожки. Тут дорожка, тут труба лежит. И, может быть, тыквы посадим или кабачки. Что-нибудь посадим. Но все надо перекапывать. Гелениум уже. Но он вообще-то еще хорошо цветет. Я его на зиму срежу. Вот эта яблоня, мельба, дает поросль очень сильно. Почему она из корней дает? Все время обрезаем, она дает, дает, дает и дает. Ну вот из срив больше всего сохранилось вот здесь. Но они тоже почти наполовину будут червивые. Надо, наверное, их снять. Пора уже или нет, не знаю. Много их тут, но червивых много. И червивые начинают делаться какими-то плесневыми и засыхают. Да, вот они валяются, далеко ходить не надо. Ветка есть. Офигеть, сколько на ней. Как облепиха. А эта ветвь висит калины. Так красиво. Так, я уж раз сюда пришла, хочется посмотреть мне на укроп. Вот салатик. Будет он расти, не будет, не знаю. А, укроп-то сходит. Угу. Ну, посмотрим, как хочет. Вырастет, вырастет. Вон дыни. С другой стороны я их вам показываю. Редьку. А этот укроп я уже выдрала весь, остался самый хиленький. Сидит, он мне уже и не нужен особенно. Так, ну чего? Беру сливу. Так, пальцем помогу. Червяк есть? Есть, конечно. Может и нет. Но они вообще-то в основном червивые падают. И вот такие вот делаются. Страшные. Собирала я их. Собирала. Надо опять приходить собирать. Редиск, не знаю, поспеет или нет. А маргеланская с дайконом-то. Вот дайкон-то. Не знаю, а маргеланская вон. Растет. Да. Ну и дайкон какой-нибудь вырастет. Это муж у меня тут сажал, пока я была по больницам. Редко посадил хорошо.